Одинцовские госавтоинспекторы совместно с юными инспекторами дорожного движения гимназии номер 14 поздравили с Днем Победы труженицу тыла Галину Федоровну Христофорову. Всю войну она тяжело работала на ткацкой фабрике в городе Фурманов Ивановской области, где изготавливались бинты для фронта. Сейчас Галине Федоровне 93 года. Ей пожелали крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни.